Здорово, ребята, всем привет. Сейчас поиграем в игру Golden Eggs The Revenge of Death Adder. Короче, это по вселенной этого Golden Eggs. По вселенной Golden Eggs. Игра сделана на... Чё, кого я выбрал? Мужика, ладно, буду мужиком, короче. Пока базарил, выбрал мужика. По вселенной Golden Eggs. Герои немножко другие, в отличие, прикольно. Анимация, вот тут, кстати, вот классная анимация, вот это вот все. По сравнению с сеговской версией, ну, естественно, это же версия на аркадные автоматы, там должно быть все по красоте. Короче, суть такова, что Golden Eggs после второй части пошло ответвление, или после первой даже. И тут, собственно, свой сюжет. Тут новый герой, насколько я понял. Единственное, тут только старый герой, это Джилиус. Ну, короче, гном с топором. Вот. И тут, короче, замес такой, что опять какой-то вот этот Адер, да, я так понял, он был злодеем в каких-то там первых частях. Или что-то типа такое. Он восстал из могилы, восстал из пепла. И украл снова золотую секиру, короче, или даже, или не украл, короче, что-то с ним, короче, хочет стать владыкой морской, как говорится. Нет, графика тут, конечно, вообще просто шикарная, я считаю. Некоторые даже современные, вот, ну там игры, которые, да, позиционируют себя там как битэма, вот это вот все даже такой красивой графики не имеют. Гномик, варичка гномик. Да что ты, сука? На одной из трансляций, по-моему, в третьей части вспоминали слово. Ну, не то, что вспоминал, а хотел сказать, вот, типа, в каком жанре, в каком сеттинге эта игра сделана. Темная фэнтези, вот, точно, вспомнил потом. Точнее, не вспомнил, ролик на ютубе посмотрел, что, continue, конечно. Темная фэнтези, и я... О чем говорил-то, что бы игра была более жестокой. Там кровь, чтоб была расчлененка, там все вот это вот. Ну, темное фэнтези, оно, наверное, к тому и темное, что тут все должно быть такое мрачное. Все должно быть такое жестокое. А крови нет, убийства тоже такие. Единственное, когда человека ты сжигаешь. Он типа превращается в такой пепель, что ты бегаешь тут, малыш. Пузатенький. Ну-ка, вернись. Ух ты какой. Вот, могли бы сделать, чтобы вот бьешь мечом, да, например, человека, у него там капли крови хотя бы вылетали, ну... Даже в Mortal Kombat есть кровь, а тут нету, хотя тут-то должна быть такой жанр, такой сеттинг, темная фэнтези там. Посмотрите, люди, женщины закованы в цепи, кандалы у них.
мне вас освободить? Ах, хорошо. Охружили меня, супостат ты, сука. Отдых на тебе. Континью конечно. Один, два, три, четыре, пять. А ты что, ты там хохочешь, малыш? Воришка. Что это такое? Турнизерчик. И дверца откроется. Ух ты, скорпион, сука. Вот эта игра прям вообще лютая на самом деле. Мне очень нравится. Хотя я то же самое поначалу говорил и про третью часть говорю. Вот тут игра просто у вас 10 из 10. Заметили, что тот гном, который еду теряет, такой пузатенький, толстенький. Что такое? Это что мне типа надо выбрать, куда идти? Либо через пещеры, либо через лес. Пойду через лес. Слушай, это прикольная тема, что я прыгаю, короче, и бью ногой. Блин, прикольная игра на самом деле, вот мне нравится даже пока что. Дальше не знаю, что будет, но хотя в любом случае у меня есть эти континью, много, бесконечные. Я могу проходить эту игру несколько раз и сколько угодно времени. И не переживать по поводу того, что там мне не хватит континью, там, да, вот это вот все. А старые вот эти аркадные игры, которые эмулируются на компьютере, они вот чем хороши, что... Ой, чуть не упал. Что можно играть сколько угодно, закидывать монетки. Стоять, бояться, куда побежать. Слушай, вот она, вот они, маленькие эти малыши. Просто богомоль, короче, голову им откусил. Ну слушай, не, реально надо было сделать жестоко, чтобы было, чтобы кровь была. Голову откусил вас. Ах ты. Пидорас. Горящая сена.
это я, что ли, дом подпалил? Слушай, я не хотел, брат. Я не знал. Че такое? Continue надо? Да я думаю, она недолго. Часик. Может даже меньше. А как огнем, как скорпиона хвост, чтоб били. Малыш, слушай, я тебя ничем помочь не могу, кроме того, что злих всех вот этих пидорасов завалю. Смотрю на игру, короче, нет, не на игру, на ОБС. Я очень сильно, походу, в микрофон задуваю, когда дышу. Мне это не очень нравится. А как поправить, я не знаю. Как поправить это, я не знаю. Ладно. Может быть, не сильно все-таки. Слушай, можно послушать себя, как я вот это... Трансляцию включить, послушать себя, как я вообще дышу, громко, нет. Если громко, то надо что-то с этим решать как-то. Я только сейчас это понял, что, возможно, громко. 5 FPS, канале Games, прямой эфир, слушай, ну что там у нас? Так, алло, не алло, алло или не алло? Говорю, дышу, например. Так, стоп, вот я говорю, дышу, например. Не, ебать, там, короче, такая. Слушай, что-то произошло. Не, если, короче, дышать, если дышать специально, вот так вот специально, да, то да, там прям жесть, конечно, задувается. Можно пониже настройки сделать. Я сейчас попробую что-то поменять чуть-чуть пониже. Сделать 8, например. Точнее, наверное, и то много. 6. Я просто не знаю, как оно там вообще на самом деле. Я тестировал. Были нормально, но... Я вот сейчас... Ебать, что я делаю? Зачем я нажал эту кнопку нечаянно? Ну да, слушай, вот я сейчас дышу, короче, смотрю на графики вот эти звука. Когда я дышал, вот настройки были большие, он прям, ну, заходил там жестко, прям вообще. А сейчас. Ёп! Ну а сейчас не так сильно, короче. Но из-за этого может звук. Из-за вот этой всей истории канителей, может, звук худший быть. Я-то настраивал, чтобы звук был нормальный и громко было. И не слишком вот это вот все залетало там в микрофон. Ах ты, пидорас. Прикольные эффекты вот куда в камеру летят вообще прям. По кайфу. Ах ты, сука, отпусти меня. Тумба-юмба, да? Магия надо.
надо 4 еще этих магических ликера, чтобы использовать. Там вот 5 из 9 написано. Я бы заюзал на самом деле. Бежать. Ах ты. С мечом ты посмотри. Хотел проткнуть. Ух, вот это он классно мутит. Вы видали, ребята? Он, короче, чтобы бросить этого чебурека, меч воткнул в землю, поднял его, бросил, а потом обратно меч поднял, вытащил из земли. Вот это проработка, конечно, хорошо, прям вообще, Вася. Скелеты меня отхлестали своими саблями. Слушай, это не такая очень простая игра, если подумать. Прикол. Он меня под жопник дал. Пожалуйста, нажми кнопку. Да ты что делаешь? Там в одном месте будет, короче, прям вообще жестко уши. Минус уши будут. Там с микрофона там, потому что я что-то опять настраивал. Я надеюсь, что вот я сделал какой-то сейчас звук, да, он стал не настолько тихим, но и хотя бы не будет, ну, то, как я дышу, попадать в этот, в эфир. Вдруг кто-нибудь наткнется реально на мое прохождение вот этой игры, допустим, да, и захочет посмотреть. Единственное, надо в сам... Ну, перед тем, как... О, она меня, короче, это... задушить пыталась. Ну, сделать... Перед тем, как начать вот это прохождение, надо было сказать, что, ну, типа, смотрите лучше с выключенным звуком. Блин, нож чешется. Не вовремя постоянно. Она, короче, панкуха, любительница группы Король и Шут, какой у нее этот был, ирокез, видали. Я хочу сжечь, хотел, пытался, но в чем? Что мне надо сделать? Зачем я их бью? Можно сделать этот
noise gate, который уровень шума. То есть, когда говоришь, он включает микрофон. Когда перестаешь говорить, он выключает микрофон. Кстати, можно... Я, кстати, сейчас попробую сделать эту хрень. Надо на паузу нажать. Попробую сделать эту хрень, надеюсь, она будет работать. А, сука, она, нет, наверное, не будет работать, потому что это надо делать до стрима. NoiseGate не работает во время настройки. Раз, два, три. Так. Не, он не будет работать. Пока стрим не запустит, не перезапустишь. Блин, обидно. Раз, два, три. Блин, неохота стрим перезапускать. Ладно. Значит, придется потерпеть. Кому? Ну, если кто-то будет. Все это по умолчанию. Если бы оно работало, ну, прям во время трансляции, было бы прикольно. Клопа поймали. Тоже любители группы Король и Шут. Мою курочку хочет украсть. Вот чё он смеется? Я его брата, короче, колпашу. А он смеется, блин. А, типа, это так должно быть. Это так и задумано, да, было. Вот это прикольно, кстати, анимация, я ее видел в интернете, когда вот какие-то обзоры смотрел на эту игру. Там вот все хвалили вот эту тему, что они сделали, когда магию юзаешь. Анимация, вот это вот сожжение, прикольно. Чё они стоят? Отдыхают.
прикольно. Вот это неожиданно. Типа бьешь и появляется свет от ударов мечей, искры, короче. Ну, точнее, не от мечей, а от этого. От этих доспехов, вот. У меня в клетку запер. Короче, я понял, что я добрался до этого замка. И тут тоже можно выбрать, как пойти. Вест, восточные ворота, либо вест, восток, ист, запад. Либо пойти прямо. А тут на лодку, типа на корабль. Тух ты, нифига себе. Кстати, в эту игру можно потом будет поиграть другим персонажем и пойти другим путем посмотреть, что будет. Мне пока что нравится эта игра на самом деле. Даже несмотря на то, что она там какая-то сложная, раз, два, три, четыре, пять. Ну тут просто есть бесконечный континью, почему бы не поиграть? Потом как-нибудь. Через, там, не знаю, неделю-две. Так что ты, сука, меня бьешь? Тут и графика прикольная, они. Ну, вот пока что она не такая бесячая, как на Сегу. Хоть это и, ну, не та, не серия, как сказать, основная, да? Играя не из основной серии, но все равно. Разработчики-то, наверное, те же самые. Я думаю, они занимались, ну, сделали игру там для аркадных автоматов, потом начали делать для, ну, для этого. Да прыгай ты уже. Для этих консолей домашних. А может быть, это разные студии делали. Да ёлы-палы. Да серьезно. Ну все. Убежал от меня мой дракончик. Тумба-юмба опять началась какая-то. Надо вот этих уродцев с копьями. Или что-то мечи такие длинные. Нет, это копья. Ай, слушай, это, короче, с одной стороны меч, а с другой стороны копье. Он может и бить, ну, как размашисто, и колоть его.
Выбросил, короче. Остался с костью. Кость, наверное, мамонта какого-нибудь. Здоровенная. Которую тоже можно по башке дать. Она тебе голову расшибет. Это что такое? Братва какая-то прилетела на абордаж. Там я возьму вас на абордаж. Ой-ой-ой. Так, слушай, я же его завалил. Это его второй, наверное, брат-близнец. Злобный злодей. Захотел даже фильм посмотреть «Конан», вот этот, с Арнольдом Шварценеггером. Я вот его, наверное, смотрел в детстве 100 лет назад по телеку и не помню ни хрена. Что-то даже вот захотелось посмотреть вот эту всю тему какую-то вот тоже. Короче, эти щупальца Кракена, скорее всего, какого-нибудь. Возможно, босс на корабле будет он. А я их просто взял, сожрал. Как олдбой, просто сырыми. Ну, сам себя, короче, это... аннигилировал этот один. Бросился в пучину морскую. Ну, там еще эти есть... щупальца, которые поймали этих челебосов. А я чё, щит мог бы взять? Было бы прикольно, если бы можно было щит взять. Ну, конечно, он бы сломался со временем там. Так, не вижу. А, вот. Потом еще какая-то, какой-то есть фильм, типа «Красная Соня», «Ред Соня» называется. Это тоже из... То есть, из вселенной... этого Конана Варвара. Тоже можно посмотреть, если угореть по этой теме. А больше я и не знаю. Вроде никаких фильмов таких подобных. Какой-то черный шаман. А, это другой уже, я думал, телепортировался. Ни хрена себе, тут костей, точнее черепов. Мне вот что нравится в аркадных автоматах, вот именно вот, ну, в таких, как бы, да, где битэмапы, там какие-то, там все 4 кнопки, 3. 3 это очень удобно, так. Одна удар, там прыжок и все. Не надо вот заморачиваться с управлением. Ну, конечно, потом я собираюсь поиграть в другие аркадные игры. Такие, как капкомовские, да, там 6 кнопок нахрен. Я не знаю, как я буду с этим всем разбираться на клавиатуре. Ну, пока что мне хватает. Я играю в этот тоже на аркадах. Fatal Fury. Там пока мисс, я не знаю. Может быть, я не все клавиши использую, поэтому как бы я не испытываю каких-то проблем с этим. Но я думаю, что... Ну и поэтому я не испытываю всех проблем с клавишами, да. Возможно, потому что не все юзаю, но я и, скорее всего, не получаю в полной мере того опыта игрового, который бы я мог получить,
используя все там кнопки, используя все приемы, которые там есть в этой игре. Я играю чисто вот стандартными там всякими этими приемы использую, ну какие вот сам смогу найти. Там каких-то супер замудренных комбо приемов я не делаю, потому что, во-первых, я их не умею делать. А учиться мне тоже как бы неохота, вот эти все там комбинации пианино, вот это вот все изучать. Поэтому я больше стараюсь какие-то техники, тактики выбирать против врагов. Но, блядь, зажали. Магию использую. Но стоит сказать, что не всегда компьютер честен ко мне. И можно даже сказать, что практически всегда компьютер нечестно играет. В этом Fatal Fury, там, да, в King of Fighters каком-нибудь. Там вот если посмотреть, как персонаж двигается, он типа быстро так приседает, ну так не мог, ну человек так не сможет быстро кнопки нажимать и там всякое подобное. Ну я сейчас объяснять долго там вот эти все моменты. Летим к главному злодею. Жалко, что я концовку уже знаю, какая будет у этой игры, но все равно. И концовка, кстати, тоже такая эпическая, прикольная. Не как вот в играх на Сеге. А, блин, я тут узнал, короче, что я на Golden Axe 3 на Сегу прошел, не на эту хорошую концовку, а на плохую. И я, хотя играл даже на этом. На высоком уровне сложности, но все равно. А как я должен был знать, что, ну, как я прохожу? Меня вот в это тоже вот в играх вот тех, блин, не нравится, бесит меня то, что есть какие-то плохие концовки, хорошие.
это что, им столько мало отняло жизни, моей магии? Ах ты, гаденыш, сука. А как тебя убить-то, чё? Жизнь-то где твои? Ну-ка, давай их сожжем всех. Так, чисто по приколу. Да, опять ты. Я, наверное, ошибку допустил, надо было его бить, пока он сидит. Да угомонитесь вы, господи. Черти, скелеты. Скелеты, а? Да я на самом деле до хрена континью потратил. Если на одном конте, да, мне кажется, нереально на одном конте. Хотя в интернете можно найти все что угодно. Там какой-нибудь кореец, блин, прошел эту игру, не получив там ни урона, ничего, какой-нибудь забег. No death run, там что-нибудь. One count, no death run, блин. И что ты с этим корейцем делать будешь? Ничего, ни ты его никак не переиграешь. Да как ты меня поднял, я ж тебя бил. Вот это эпическое появление. Эпичное, точнее, не эпическое, а эпичное. Э-э-э.
Серьезно? А как тогда? Слушай, а нахрена? А вот теперь-то я тебя магией завалю. Щита-то у тебя больше нет, твоего этого волшебного, который мою магию поглощает. Хотел в меня какой-то фаербол запустить. Ну да, сейчас. Да угомонись ты, не дам я тебе. Все, конец тебе. Но на самом деле нет, я знаю, что какая будет концовка. Сейчас он, короче, ладно, не буду пока вместе. Может, кто-нибудь смотрит и кому-то интересно, что там дальше будет. Да как он перебил-то, ёлпал? Фин. Конец, типа. На самом деле концовка печальная, если честно, но вот в конце вот это они сделали такую веселую. Не знаю, было бы прикольно, если бы они этого не вставляли. Ну, с другой стороны. С другой стороны, чтобы у людей остались хорошие впечатления. Вот я так и не понял, как на что это влияет, вот это вот ранг. Типа, на то, что я получаю много урона или много умираю. Вот тоже, и почему-то заставки, в заставке музыки нет какой-то, вот, да, тишина полная. Ладно, короче, такие дела. Прикольная игра, я, возможно, ее перепройду другим персонажем. Жалко, конечно, что концовка такая. Ну, в принципе, для меня вот этот гномик, он как бы гном Джилиус, я его знаю с той самой темы, что он как бы этот один из персонажей Golden FX первой, второй части, да. Но я за него не играл, поэтому как-то я к нему сильно не привязан, типа, как к персонажу. Но все равно я знаю, что он крутой чел был. Ну, типа, что в тех играх за него многие играли, потому что он самый сильный, да, так вот, можно так сказать. И то, что вот он умирает в этой игре, типа,
Это жестко, они вот так вот. О. Но игра классная, классная. Нечего сказать. То есть... Жалко, что Sega вот не может сделать, не могла в свое время передать вот эту вот игру. То есть, ну, сделать вот на Sega Genesis там, или Mega Drive, да, нельзя было, ну, они не могли сделать чисто технически вот такую игру, чтобы она шла там без всяких проблем. Это, наверное, даже и с проблемами не могли сделать. Поэтому они делали упрощенные версии, ну, своего тоже как бы... Фанаты они нашли в свое время, но я играл вот в первые три, вот в эти три версии на Genesis и на Mega Drive, я скажу, что мне они не понравились. Третья поначалу нравилась, потом, когда начались эти грёбаные скелеты, по-моему, вот, полная дресня, короче. Еще и концовка плохая оказалась у меня. Так что переигрывать на хорошую концовку, я не знаю, хочу ли я. Я во всяком случае, даже не знаю, что нужно сделать, чтобы переиграть на хорошую, ну, чтобы хорошая концовка получилась. Не умирать вообще или как. Ладно, это уже дела давно минувших дней, что там я прошел. И как и дела будущих дней, буду ли я играть. Поэтому на сегодня все, прошли классную игру. За 52 минуты, ну, за часок, да, поиграли. То есть, прикольная тема. Кто не играл, то тому советую, кто любит такие игрушки, там, да, битэмапы, ходилки, убивалки, вид сбоку, тому зайдет, я думаю. Все, конец связи.